Весь мир, вся его природа и сущность стремится к равновесию в непрерывной борьбе инь и янь, а все женщины стремятся к равноправию. Правда, на шахтах и грузчиками они работать не хотят, но подраться с мужиками не против. Приветствую вас, капельки пота на спине бегущего зайца. С вами Федорович, а в этом невероятно ужасном видео мы посмотрим на реальные бои мужиков против баб. Женщины бывают полные и пустые, а мужики умные и глупые, особенно те, которые с ними дерутся. Ведь для мужика бой с женщиной – это всегда проигрышный вариант. Победишь – скажут, за что ты избил девушку, тут нечем гордиться. Проиграешь – скажут, ну ты и лошара, даже бабе проиграл. Но есть в нашем мире бойцы, которые готовы пожертвовать своей репутацией, лишь бы законно дать пару лящей прелестной мадаме. Суть нашего первого поединка такова. В древнем Китае, в одном из залов ММА, девчушка прозанималась уже довольно долго и решила поучить новичка, за плечами которого пару месяцев тренировок. Но тот воспротивился такому наставнику и решил проверить в бою, на что она способна. Кипи! Здоровье – это когда все болит, но еще есть силы не идти к врачу. А мастер – это когда точно знаешь, какого ученика ты побьешь и дерешься только с ним. В этом фантастическом бою сошлись два мастера винчунь. Первый мастер – матерый сенсей, который решил на ринге перед публикой показать свою силу, но в сопернике для этого выбрал мастерицу другой школы винчунь. Что они не поделили, я не знаю. Может, девчушка возверовала в то, что техника винчунь поможет ей одолеть любого мужика, а может, мастер взял в соперники свою ученицу, надел ей шлем и сказал, что это великая воительница. Короче, исход боя вам понятен. А вот это уже очень интересный бой, предыстория к которому такова. Пацан пришел на тренировку по муай-тай, где тренировала девчушка. Но пацан, уже будучи неплохим бойцом, через полчаса понял, что к чему, и привселюдно сказал, что она не может быть тренером, так как сама ничего не умеет. На что мадам ответила вызовом на бой, и ребятки зарубились не на шутку. Но по бою сразу стало понятно ху из ху. Ah!
Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве, а удары в воспитательных целях в любом количестве полезны. И славные американские войска об этом знают. Ведь недаром они постоянно устраивают межгендерные соревнования в своих рядах. Это все нужно для того, чтобы официально и без дальнейших исков в суд надавать по шее самым дерзким борчихам за равноправие. А что интересно, постоянно выгребая по шее, даже от малоопытных бойцов мужиком, эти нерушимые фурии, так сказать, черные вдовы в камуфляже, продолжают выступать на этих самых турнирах, пытаясь доказать свою силу и равность. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, приходилось ли вам отстаивать права мужиков против женщин. Или вы сразу прячетесь от жены под кроватью. А поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силы вы можете, став спонсором канала. Даже за символическую сумму в пару долларов по ссылке в описании. Или возле кнопки подписаться, увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 к карме. А если вы хотите привести себя в форму и освоить навыки самообороны и ударной техники в стиле муай-тай, а также посмотреть серьезные обзоры боев и бойцов, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Или забирайте бесплатные видеокурсы также по ссылкам в описании. И не забудьте подписаться на телеграм-группу «Движуха с Федоровичем», куда я даю полезные фишки, наработки, мотивирую и анонсирую предстоящие спортивные движухи. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Все, покусь, покусь. Защита! Нога задета, раз-два. Переваливаешь. То мы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба! Хоба! Опа! Вот так!